общем, решил я продолжить съемку. Появились идеи по поводу, как управлять этими ноликами. Значит, S, конечно, хорошо, но лучше было бы какой-нибудь SX. SX. А ну проверю. Все ли я правильно сделал? Странно. Ошибка. Ага, понял. SX и здесь. Так, здесь все хорошо. А вот по поводу SY создам также SY. SY, который будет изначально 3. Вот. Здесь он будет как SY. Вот. Теперь, собственно, будет две переменные, от которых будет зависеть SX и SY. Это новая функция. Вообще-то на самом деле будет функция аж 4. Раз, два, три, 4. Допустим, даже между ними не буду ставить промежутки, потому что они будут примерно одинаковые. Функция SX. Нет, просто SUP. Down. Наверное, не так оно пишется, да? Да, не так. На клавиатуре оно, оказывается, пишется через W, да? Down. Так вот. S left и S right. По-моему, так. Вот. И будет переменная. Опять же таки я ее тоже здесь где-нибудь сделаю. Только выше здесь вот. Это будет SQ, допустим, я не знаю. SQ. Вот. А здесь будет SQ равняется 1. SQ равняется 2, 3, 4. Это не интервал. Единственный. Что я хотел этим сделать? SQ это будет знак направления.
Если он будет равняться одному, значит будут прибавляться исключительно координаты x и y. Если 2, то уменьшаться. Если 3, то будут меняться c и x. Вот как я это сделаю. Вот типичный эффект прибавления в одну сторону, правильно? Вот, кстати, sq изначально будет равняться 1. Не 1, а вправо, то есть 4. Будет двигаться вправо. If sq равняется, собственно, 4, да? Значит, будет делать так вот. Тут будет 1, 2, 3, 4. Если 3 это у нас left, тогда будет минус 1. Вот. А здесь у нас будут c, y. Минус 1, да? И плюс 1. А теперь я сделаю примитивную клавиатурку. Желательно бы, конечно, это сделать тоже в таблице. Таблицу 3 на 3. Сейчас я быстренько такую нарисую. Обычная табличка. Ниже будет таблица. Так, у нас первое, что там идет? Первое у нас идет. ТР, да? Значит, ТР. Собственно, мне их будет 3. И внутри будет 3 штуки ТД. ТД. Вот, только здесь будет одна клавиша up. Здесь у нас будет две клавиши left, и здесь будет right, да? И я, может, в дальнейшем, конечно, сделаю down. Кстати, здесь где-то я ошибку сделал, походу down через o. Вот оно, попробую глянуть. Up.
left, right, down. Ну, конечно, up немножко неровненько. Можно... Хотя ладно, пойдет. А вот потом сделать что-то типа джойстика. Вернее, картинки повставлять. Вот. И во все это вставить ссылочки. Сюда. 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 И сюда. И вот эти штуки. Вот. Значит, здесь у нас будет ссылочка на app. Здесь будет на down. Здесь будет на left. И здесь будет на right. Попробуем. А, единственное, конечно, что еще. Ограничитель уберу. Ограничитель, где у меня тут? Вот он. Пускай будет большой ограничитель. А стоит у меня сколько там? 30, да? Вот. 30 и пускай будет. Это, кстати, ограничитель будет так же само для проигрыша. Так, создаем, запускаем. Вниз. Вправо. Ух. Что-то не так. Почему-то начинает ускоряться. Можно здесь else прописывать. Так, теперь мне что-то не нравится. Вот 34-й. Else, все правильно. Так что ли? Черт. Здесь все правильно, а здесь оставим просто else. Сорок. Не знаю, что мне не нравится. Ладно, пускай будет if. Попробую еще раз разобраться, в чем дело.
сразу по две. Еще раз нажму, сразу по три. Сейчас, я немножко начинаю понимать. Тоже ж цикл, да? Запускается эта функция. Надо, в общем, подумать. В общем, пока не придумал, но решил кое-что видоизменить. Поставить границу. Чтоб не было ошибок. Здесь напишу or. Здесь будет один, здесь будет вообще по cx у нас, насколько я знаю, 30, да? А, да, все правильно. Здесь у нас будет больше 10, да? А здесь у нас меньше 1. Ну и сразу проверим. Черт, что не так. 43. Чё, разве не так оно пишется? Попробую как в PHP. PHP работает. Странно, все равно ошибка. Она запущу еще раз. Пускай дойдет до конца. До конца не дойдет. Странно, почему? Ограничитель 10 стоит, что ли? А, блин, я ж не поставил с Y. Вот почему. Вот почему, ну... Вот. И... Какой-нибудь алерт. Алерт. Наверное, у меня нет алертов. Где-то я здесь
смотрел. Интересно, будет воспроизводиться. Проиграл. Вы проиграли. Да. Можно добавить еще. Чарсет какой-нибудь. Титул будет. Пика. И черсет такой. О, уже лучше. Вы проиграли. Ну ладно. Дальше буду думать, почему двойной отступ идет. А ну еще раз. Старт. Еще один тест. Старт. Даун. Ап. Ну ладно. Не так. Ну, вообще остановилась. А, в другую сторону пошло. Старт. Идет геометрическая прогрессия. Каждый раз увеличивается так на плюс один. Хотя почему здесь вроде все четко. Не знаю, сейчас гляну.